Всем привет, друзья! Ну, я не знаю, может быть, сейчас я все-таки смогу достучаться. Как же мне все-таки надоело, что вы мне с этим животным, Мариной Африкантовой, с этой ее тупой задроченной мамой, вы, сука, вынесли мне мозг. Ну, точнее, эти собаки, две, мама ее и Марина, вынесли мне мозг. Мне нахер не нужна эта дичь вместе с ее мамой и с ее петушиной семьей. Я надеюсь, вот так я изъясняюсь правильно, чтобы это было доказательно и обосновательно. Сегодня, сука, в 9 часов вечера я того рот целовал. Всю переписку, все, блядь, эти задроченные сообщения, аудиосообщения, которые я писал Марине, и что писала Марина мне, почему я к ней приходил, я вам их выложу, потому что эти животные меня уже задрали. Мне нахуй не нужна эта собака. Ну, в 9 часов вечера в прямом эфире все расскажу.